Тихо, с раскаянием в глазах, подозреваемый следит за ходом процесса. Мужчина в мае этого года убил своего знакомого, которому сдавал комнату в квартире. Жили по соседству, часто совместно распивали спиртное. Как следует из показаний задержанного, убитый постоянно издевался над ним, оскорблял. Во время очередного застолья нервы подсудимого не выдержали. Использовал нож в качестве оружия, нанес им не менее 11 ударов по телу, последний из них не менее 4 ударов в область шеи, не менее 6 ударов в области груди, не менее 1 удара в область живота. Убитый 37-летний уроженец Удмуртии частенько ездил по городам на заработки. Последние несколько лет проживал в Нижнекамске на Строителей 43. Согласно показаниям родного брата, имел проблемы с алкоголем и под его воздействием вел себя неадекватно. Вину признаете? О подсудимом как раз-таки говорят обратное. Тихий, спокойный, умеет работать. Главная проблема – пристрастие к алкоголю. В день убийства эта пагубная привычка и стала роковым фактором. Государственная ответственность просит продлить срок еще на 3 месяца. Ваше мнение? Согласны? Страна защиты попросила отложить заседание из-за отсутствия важного свидетеля, третьего участника застолья. Суд перенесли на сентябрь.